Начиная с 2011 года, благодаря совместным проектам администрации города и социальных партнеров местных предпринимателей, удалось существенно преобразить город. Одному местному бюджету это было бы не под силу. Из 3,5 миллиардов только 1 300 000 – собственные доходы, которыми муниципалитет может распоряжаться. Из них большая часть – так называемые защищенные статьи расходов. Выход – развитие частного государственного партнерства. Я предложил своим замам, говорю, отработайте теми предпринимателями, которые находятся на территории, прилегающей к советской 58 Карла Маркса 108, и скажу откровенно, руками замахали, нет, это невозможно, вот, мы не сможем договориться, я говорю, попробуйте. Благодаря сотрудничеству власти и бизнеса удалось благоустроить улицу Юбилейную, затем дворовую территорию, всего 50 дворов за 3 года. Затем улицу Советскую. В этом году благоустройство внутриквартальных территорий здесь практически закончено. Вы горожан не подвели, сделали все возможное, но и в итоге вот я получаю, например, благодарность за эту работу. И скажу откровенно, мы людей уже приучили к этой работе. Приучили к хорошему, и люди уже мне в интернет приемно обращаются, на телефон доверия обращаются. Игорь Анатольевич, когда мы попадем в эту программу? Сегодня те, благодаря которым город с каждым годом хорошеет, получали заслуженные награды от главы города. Добавим, что таких предпринимателей-патриотов становится все больше. Это подтвердил недавний 50-летний юбилей в Инском. Представители бизнеса первыми откликнулись и помогли пострадавшим от землетрясения. Однако следственные органы усмотрели в такой безвозмездной помощи городу какой-то подвох. Устроили предпринимателям и социальным партнерам администрации города полную проверку финансовой деятельности. Администрация города соблюдает и букву, и дух закона, и не считает возможным какой-то контроль навязывать вам в решении вот этих проблем. Мы хотели бы предостеречь всех без исключения и мелких, и высоких чинов от правоохранительных органов, чтобы они воздержались от опрометчивых шагов. Потому что их необдуманные действия наносят непоправимый ущерб и общественному сознанию, и будущему процессу развития наших вот таких взаимовыгодных отношений. В числе предпринимателей и Алексей Филюков. Нынешним летом благодаря этой организации были благоустроены дворы на Советской. Проверке подверглись договоры, заключенные предпринимателем с подрядчиками. Не может быть препятствий для заключения договора, если он не противоречит закону. В данном случае закону здесь никакой договор не противоречит. Значит, также разговаривая со следственными органами, я ему поясняю, что есть 166-я статья, 168-я Гражданского кодекса, где перечень оснований для признания любого договора описан, и этот договор может быть признан недействительным только после решения суда. Ни одна из сторон никаких претензий по качеству работ не предъявляла. Между тем, проверки деятельности предприятий мешают нормально работать, и теперь, прежде чем решиться на доброе дело для города, предприниматель задумается, как бы чего ни вышло. Сегодня все участники совещания выразили коллективное мнение, которое отразили в резолюции. Социальные партнеры, действуя на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса, Федерального закона об общих принципах организации местного управления Российской Федерации, коллективных соглашений о социальном партнерстве, непосредственно осуществляющих финансирование благоустройства территории, направленные на удовлетворение социальных потребностей граждан. Признать работы по благоустройству территории, направленные на удовлетворение социальных потребностей граждан, выполненный срок и надлежащим качеством в объеме проведенного финансирования социальными партнерами. Обратить внимание правоохранительных структур на принцип невмешательства в сферу гражданско-правовых отношений хозяйствующих субъектов.